на библейский портал «Экзегет» поступил вопрос. Почему в Библии собаки упоминаются, пусть и негативно, а кошки нет? Действительно, для нас, жителей города, которые любят и ценят своих домашних питомцев, данная тема может оказаться непраздной. Равно как, например, и вопрос о наличии у животных души, о их возможной посмертной участи и многое другое. Но важно иметь в виду, что Священное Писание – это книга предельно о человеке и про человека. Все остальное упоминается здесь только в данном контексте. И, кроме всего прочего, замечу, что э, расхожее мнение о том, что собаки упоминаются в Библии негативно, происходит скорее из нашего непонимания культурно-исторического контекста. Да, почему на самом деле вдруг собака, та, которая в общем-то, ну скажем так, особенно не воспринимается в культуре как-то радикально негативно, да, получает такую окраску? Это, наверное, даже не очень приятная тема для разговора, но для прояснения ситуации нам необходимо об этом сказать. В Священном Писании мы встречаем цитату: «Не вноси» цену пса и плату блудницы в храм это мерзость очень странно почему соотносятся два таких ну скажем так очень разноформатных действия цена собаки и цена собственно э да вот этого акта дюльтера на самом деле это одноформатные вещи когда на самом древнем пласте текста Библия говорит о псах, то с точки зрения ряда комментаторов здесь идет речь о так называемых псах ближневосточной культуры. А именно для месопотамской традиции псами было принято называть мужчин, участвующих в храмовой проституции. Таким образом, нельзя вносить на храм ни цену, получаемую трудами такого мужчины, ни трудами такой женщины. То есть на самом деле собаки здесь совершенно ни при чем. Говоря же о кошках, важно иметь в виду, что, наверное, единственным фрагментом, который все-таки упомянет э, да, кошку э, в священном тексте, Будет, собственно, послание Иеремии это второканонический текст, достаточно короткий, состоящий из одной главы, где будет говориться о тщетности поклонения идолам, и среди прочего, как бы подчеркивая их самостоятельность, их безжизненность, что перед нами не более чем кусок камня или дерева, будет говориться, что даже лазают по ним кошки. Да, а они, собственно, да, получается, на это никак не реагируют. То есть, опять же, кошка появляется в тексте, но исключительно в общеописательном ключе. Да, еще раз повторюсь: происходит это ровно потому, что Библия текст про человека и для человека. О отношениях между человеком и Богом. Все остальное упомянется здесь, только так или иначе, ввиду этих центральных отношений. Внеси свой вклад, оцени. Подпишись и поделись этим видео.